Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать вам, как ответить на чужой комментарий под своим видео. Вот сейчас мне пришел комментарий под мое видео «Сбой камеры на андроиде» и как с этим бороться, что нужно сделать. У меня пришел комментарий буквально только что «Спасибо, уже работает». Чтобы ответить на это, я нажимаю на вот эту надпись, и у меня появляется «Ответить или пожаловаться?». Я хочу ответить. Я нажимаю «Ответить», и после этого набираю «Пожалуйста». Когда я нажала «Пожалуйста», нажимаю вот эту синюю стрелочку, и мой ответ загружается. Все, вот мой ответ. Я ответила на комментарий. На комментарии всегда лучше отвечать, потому что если люди вас благодарят, то нужно всегда ответить, что вы это прочитали и рады. Если вам понравилось это видео, ставьте класс, подписывайтесь и оставьте свои комментарии. Будет еще много очень интересного. Удачи!